Так, заезжаем, да? Вообще лагман любимое мое блюдо. Особенно у уйгурлян лагман, это номер один. Вот тоже новая постройка красивая, да? Короче, все застраивают у нас. Мы рады. Все красиво. Очень красивые дома. Бизнес-центр. Очень красиво. Годы, смотрите, вот были, магазин, да, магазинчики. Вот наша худаджон. Красавица за рулем. Бизнес-вумен. Очень красивые улицы. Вечерний Ташкент вообще красиво. Сюда приедешь, уезжать не хочется. А лагманное как называется? Анор. Анор, где кетуамзе? Здесь Бон какой-то. Я здесь не была в Боне. Надо приехать. Здесь корейский магазин. Да, корейский магазин. Это вышли на Мирайбат Авеню. Наш излюбленное место. Давайте оставим машину. Это Golden House, да, строит? Да. Тоже хороший постройщик. Ну ничего. Тоже очень красиво построили, да? Это такой дом огромный. Уже там вселяются, да, наверное, уже? Да, вот Golden House, там офис продаж. Очень красиво. А это ресторан Стамбул? Так, мы идем. Это Мирабад Авеню. Очень красивое здание. Строит и строит, и мы очень рады. Красиво построено здание. А что у вас здесь подают? Мебель, да? Да? Европейская? Ну, мы придем сюда, мы квартиры покупаем, теперь мебель придем покупать и сюда. Тоже. И кухня есть, да? А как вас зовут? Мы к вам придем. Хорошо. Это, оказывается, это дом мебели, правильно? Да, дом мебели. И кафетерия, да? Спасибо вам. Придем, конечно. Это, оказывается, мебельный магазин, еще кафешка. Это как бы декоры для дома. Очень красиво. Называется магазин Рублевка. Это как мини-супермаркет. Ну это Ташкент, это Рублевка и есть в Ташкенте, Мирабад. Мирабад то уже Рублевка. Цены, конечно, такие, как рублевочные. Очень красивый Golden House, молодцы. Оказывается, называется New Millennium, Мирабад Авеню. New Millennium, а это не, сеть магазинов, да, здесь? Да. А, ну, пока никто не въехал, по-моему, света нет в апартаментах. Только. Красота необыкновенная, да? А вот мы пришли в Анор, да, кафе? Вот машина стоит, Анор кафе. Чуть дальше, да? А Кельдики? Ой, куда идем? Вы все знаете, меня привели, я теперь столько кафешек знаю. Снимать будем. Вот это кафе Анор на Мирабадском. Это сразу здесь кухня идет, да? Здесь стекло можно увидеть, как кипит работа на кухне, да?
А здесь как вода, мини-водопад в стекле, да? Очень красиво. Все чисто, уютно. Смотрите, как тозе. Кухня сросся тозе эки? Открыто все. А здесь как зал, да? Спасибо, дорогая. Это мы спускаемся по два. Там тоже у них есть столики. Нам предложили. Давайте. А здесь что, это все продается, что ли? Мамбу, вот этот сам так красивый. Надо же. Двери в туалет. Это такой, да, красивый золотой куб. Ой. Мы как в этом сокровищнице Аладдина. Да, очень красиво. Шкалиняндема, вот и паса. Каталукарень разных этих. Сюзана, кличкан, ёпстрилян. И очень красиво. Это Анор, кто не знает, улица Мирабадская. И рядом какой локейшн, чтобы люди могли найти? Гостиница Россия Нолда, да? Хорошо. Гостиница Россия Нолда. Очень. Где один мясо. Ну, у них кухня, видимо, видите, какая разнообразная, уйгурская, да? У нас есть хороший салат, возьмем. Салат. Обстановка такая хорошая. Да, очень уютно. Есть жидкое, вот такое, смотрите. Давайте возьмем лагмон. А по пол порции можно, потому что да, я иман. Да, огромная порция. Вместе будет? Ну, да, вместе да. А давайте тогда. Давайте возьмем. Там какая порция? Давайте нам по одному лагман, разные порции и манты. Вот он как лагман крутится, это за стеночкой, за стеклянной витриной. Уйгурский лагман крутится. Я не могу вовнутрь зайти, потому что я здесь впервые. Красота необыкновенная. Наш заказ прибыл. Лагманчик уйгурский, афганские лепешки и уйгурча салат. А? Уйгурча салат ва кукчой. Это только первый заказ. Ждем манты и десерты потом. Приятного аппетита нам. Второе блюдо это манты уйгурские прибыли. Вот такой они красивой формы. Вот в таких они парных. Давай я буду. Хаскон. Так и называется. Ургурлада тоже хаскон, да? А вот подожжен открывает. И вот они как в горячем виде с пылу жару принесли. Норн солнце борок я могу. Такой фонтанчик крутой у нас. Смотрите, какая это. Камушки. Ой, красота такая. И вот Мирабад Авеню, уже все здесь горит. Вышли с Худаджон, поели манты, лагмон, салаты. Кукчой, штыки на мои. С собой взяли. И довольные. The Cake Bakery. Кремона Зьёда Рахимова. Молочинка. Крем-бейкери Зьёды Рахимовой. Молочинка, да? А это кафе какое-то. Юна. Да вы что? Ой, смотрите, какие растения. Тропические, да? Это... Красота. Ой, маму чашка лякахари. Вон, кофе чашка. Опять есть мороженое. Юнона мороженое есть, да? От этого кафе. Корейский ресторан вот тут, в уголочке. Золотой корейский.
А смотрите, а внизу будут гламурные магазины, да? Красота. Шик, шик, шик. Вот идем с Худаджон по красивому проспекту. Восхищаемся улицами, да? И рекламными щитами. Погода супер. Прохладно. Всем доброго вечера. До скорых встреч. Ждите новые видео. Ваша Гульшан. Вот гостиница «Россия» для тех, кто здесь жил. Маленькая вставочка. Я уже попрощалась со всеми, но не смогла попрощаться. Опять вернулась. Вот он, вечерний Ташкент. В заключении для всех, кто уехал и не может пока вернуться. Приезжайте, наслаждайтесь своим городом. Он цветет, пахнет. Так, заезжаем, да? Вообще лагман – любимое мое блюдо. Особенно у Рулян Лагмана – это номер один. Вот тоже новая постройка, красивая, да? Короче, все застраивают у нас. Мы рады. Все красиво. Очень красивые дома. Бизнес-центр. Очень красиво. Были, да, магазин. Вот наша Худаджон. Красавица за рулем. Бизнес-вумен. Очень красивые улицы. Вечерний Ташкент вообще красиво. Сюда приедешь, уезжать не хочется. А лагманное как называется? Анор. Анор. Рыжим в Анор. Анор, как это вам? Здесь тоже, смотри, здесь Бон какой-то. Я здесь не была в Боне. Надо приехать. Здесь корейский магазин. Да, корейский магазин. Это вышли на Мираглад Авеню. Наш излюбленное место. Давайте где-нибудь машину оставим, пешком пройдемся. Давайте оставим машину. Да, да.